Вот полностью разломали. Все, спуск. Вытащили борта. И там вот сейчас мажем. Это вот только прорыв там возле Володи, который здесь промыло. А сейчас вот все, где лежали лаги, лаги эти поднимаем и сеном забутить. И везде пройти сеном. И уже лаги будут сверху, не снизу. Володя сейчас до конца промазывает. Вот тут заложим и начинаем стелить доски. Ну а борта можем поставить тогда. Вот нашли осинник какой. Ты осинник-то мало скидал. Весь до одного полена скидать надо. Ты подожди. А, туда, к себе? Да. Ну, к себе там. На там, где лаги были. Поднесли тележку. Володя, тут бензин, может быть, убрать надо с солнышка-то. Толкни его вон, где эта одежда висит там, в крапиву. В крапиву. Туда, вон, где одежда висит. Вон, висит. Висит палатка. Вот там внизу. В траву. В траву Мало ли что тут. Все. Давай ему туда кидай. Там надо долбить. Я могу здесь кидать. Маленько влево уйдите. Ты сейчас вот это вот займись. Там выложи все. Ровно, чтобы было. Володь, я насыпаю, ты трамбуешь. А я сейчас туда буду кидать, вот в эту прорву. Ну что, Вова, выкидывай туда дальше все. Все, весь осинник спусти туда и сложи его, ну как, чтобы одна к другой была. Вода будет по ним сходить. Можешь сделать так, повернуть в таком направлении вот так их. Слышь, смотри, по течению воды. Одна к одной. А объясните зрителям, какая опасность, когда вот, вода высоко падает, что там яма образуется? У тебя яма, она вымывает дальше, дальше это обрушается и все. То есть там яма образовывается, и она под... Она под нее тогда подмывает, размокает, это же глина. Понятно. Опасность в этом заключается. Вот он сейчас кидает. И вот так вот, если расположить ее, она по ним туда будет вода стекать. То есть она тогда дальше будет протекать, и здесь конечно, будет все цело. То есть мы до конца решили все разобрать и по новой сделать. Вон как внизу, какие каверны. Вода промыла. Ну все промыто с двух сторон так. А бы как тут не обойдется. Вот купили новую пилу. Новую. Он сел. Я видел, Романа работает хорошо. Я говорю, ты мне купи. Он купил. В прошлом году там ничего не пилили. Сейчас все вручную. Привезли пилу. Это вот мы здесь сейчас до стока воды готовим. Уже пол заселили. Время уже к вечеру идет. Охота искупаться, ну мелковато. Ну еще мелковато. Не утонешь зато. Там красиво так березка склонилась. Это уже она умерла, считай. Еще ее повалило. Вот тени какие падают. Это уже вечер. К вечеру близко. Куда вода бывала, яму завалили и сверху несколько слоев набросали дерево. Это все Володя делал. А мы тут выравнивали землю с Сергеем Павловичем. Давай. Давай. Что-то доска-то вываливается, видно, плохо прибита или еще. Да, да.
Все. Прибить надо вот эту доску. Перевернуть и доску. Или отсюда прибить. Как-нибудь. Давай перевернем. Можете перевернуть. Садите. Положи ее на пол-то, поднять легче будет. А там что-то у ней, это земля или что под ней, не дает притянуть этой. Володя, там что-то ее держит. Там была вроде земля. А ну-ка поднимите ее еще раз на ту сторону, дальше туда. Надо посмотреть, прочистить. Давай. Ну понятно. А, земля. Вот она, земля. Так. Возьми ножовкой, вон, ножовкой там, проткни. Как хорошо в деревне, всегда работа есть. Так. Там внизу тоже вторую доску, тоже попробуй маленько. Просто ткни так, чтобы только зубья гвоздя не тронули, посмотри как. Ну, она стояла в земле. Ну, дальше пойдет. Все, тут прибито. Смотри зубьями, чтобы не тронула гвоздь. Все, Володя, я опасаюсь уже. Это все убрать надо. Выбросить. И все тогда. Пазухи забивают. Самонят. Сергей и Володя. А я землю кидаю. Время от времени снимаем. Как утром промокнешь от пота, никакой жар не может высушить. Это Володя тут устроил несколько слоев. Вода выбила тут огромную яму. Видишь, как сделали? Забросали ее зеленью, а потом два слоя. Столбушки такие вот забили. Большая у нас кувалда есть. Кувалда железная. Вот так. Вот так. Сколько она весит, кувалда наша? А? Килограмм 5-то весит? Да вы что, больше? Больше. Ну сколько? 7-10? Ну 10 это свободно, да? О, какой коршун прилетел. Пошел. Я хочу искупаться здесь, ну. Видать, гнездо у него тут. Вот тут поднимается вода, может быть, убрали все. Уровень воды может подниматься на две доски. В крайнем, исключительно крайнем случае, даже на три. Ну, на три это уже аварийное. А так все, вынул их. Вот они. Это сегодня все за день сделали. Даже не думали. Я думал, до обеда сделаем, а потом понял, за день не сделать. Ну, похоже, останется еще. Вот вода. А как вы смотрите на то, если я искупаюсь? А? Пожалуйста. Пожалуйста. А ты? Ну, только чтоб не заболели потом. Так ты думаешь, я заболею от этого? Ну я искупался, заболел, потом кашлял. Ну ладно. Сегодня у нас 10 августа, вот Игнатий Иванович на Южном пруду решил искупаться. Шел по колено воды. И все-таки занырнул. Непонятно, то ли по...
Да. И да, сейчас идет. Вообще. Одни ступни скрываются только. Там где палочка забивает пазухи вот эти вот. А вон поглубже, смотри где. Самая глубина, видимо, по пояс. Иначе она ищет глубину, а ее нема. А то уж лучше тогда на лагерь идти, да? Купаться-то. Вот отработали сегодня, Сергей повез, везем доски, Володя держит, руководит, этот везет самым тихим ходом. Длинные очень доски, сороковка шестиметровая. Вот как интересно все здесь. Гули мои гули, да они за мной гоняются. А вот наши едут с работы. Ну, а гули, 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 гули. Ой-ой-ой. А вон машина едет, сразу сворачивай. Тут этот гусак тоже бегает. А это идет машина наша Сергея Павловича. Сегодня мы работали на Южном. Ну, хорошо все, но не успели. Оказались большие каверны промытые. Давай, 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 заворачивай. Шестиметровая. Смотри, не стукни его только. Так, я поехал, Володя, на рыбалку. Поскорее успеть, уже 8 часов. Здорово поработали сегодня. Я даже искупался там.